Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и это очень важное видео, потому что я не хочу, чтобы вы просирали свою голду. А, и да, сегодня вышла Furious коллекция, сегодня вышла Dragonrise коллекция, и сегодня вышла Empire коллекция на рынок. Стоп, 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 небольшая рекламная пауза. А вы в курсе то, что в Stand 2 ворвался Дерсастер? У него на канале вышло первое видео, где он просто ограбил кейсы в Stand 2. Он открыл целых 1500 кейсов. Также очень скоро, ребятки, он будет прокачивать подписчиков и многое другое. Давайте все вместе поддержим Дерсастера. Ссылочки на его канал есть в описании. Переходим, подписываемся, пишем привет от Кента. Ну что же, ребятки, это не сон, это не шутка. Furious коллекция уже на рынке. Да, ребят, просто внимательно посмотрите. Furious кейс стоит 116 голды, и это спустя 1 час после выхода коллекции на рынок. 116 голды. Что же будет дальше? Цена будет расти или дешеветь? Покупать ли Furious кейс или продавать? Я вам все это расскажу. Но помимо Furious коллекции, мало ли кто не верит, давайте я вам покажу. Еще вышла Dragonrise коллекция и Empire коллекция. Просто, ребят, посмотрите на все это. И знаете, какой самый дорогой скин? Вы еще просто охренеете. Самый дорогой скин, который есть на рынке, это перчатки Панк. И угадайте, у кого они есть. Угадайте, ну угадайте, угадайте. Ну кто этот парень? Ну, ребят, я пальцами тыкать не буду, но это я. Прикиньте, я сегодня на стриме выбил самые дорогие перчатки. Никогда не мог подумать, что вот эти вот перчатки будут самыми дорогими. Так, ну что ж, ребятки, вот вы все увидели, все убедились. Теперь давайте смотреть детальнее. Первое, что хотел бы сказать, это то, что я лох. Перед тем, как вы напишете, что вы и так это знаете, я хотел бы вам рассказать, почему. Смотрите, заходим на рынок, история, история продаж, и сейчас вы просто будете смеяться. Посмотрите, я продал М-ку за 359 голды, но на рынке она стоит 500 голды. Выгодно? Нет, не выгодно. А в М я продал за 448 голды, и сейчас он на рынке стоит 630. Ядрить, я лох! Ну, это, ребята, не конец. Дальше, М4А1, ну, статрек, конечно же. Я продал за 1200 голды, а сейчас это все стоит 2400 голды. Просто ядрить, я неудачник. Я очень надеюсь, что вы не будете повторять мои ошибки. Ну что же, какую картину мы наблюдаем на данный момент? Прямо сейчас я выбираю Empire Collection. Я нажимаю, ну, совершенно на любой скин. Я могу сказать так, что некоторые скины растут в цене, а некоторые падают. Например, перчатки, да? Вот эти перчатки стоят 1400 голды прямо сейчас, да? И угадайте, за сколько я их купил. Нажимаю «История покупок». Эти перчатки купил за 1800 голды. Ну я просто... Ну я туп неудачник. Пожалуйста, не повторяйте мои ошибки. Досмотрите это видео до конца. Первое и самое главное, чтобы вы не были таким же неудачником, как и я. Пожалуйста, ребята, не закупайте Furious кейсы. Вы сейчас скажете: «Кент РПК, ты что там несешь? Я уже их купил миллион штук». Ребята, пожалуйста, не закупайте Furious кейсы, если они стоят дороже 100 голды. Поверьте мне, цена упадет. Это дело времени. Возможно, 2, возможно, 3 дня, возможно, 4, это максимум, но цена однозначно упадет, потому что, ребята, зачем кому-то нужны Furious кейсы, если керамбиты стоят, внимание, 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 они стоят по 1300 голды. Если керамбиты стоят по 1300 голды, то зачем кейсы по 120 голды? Ребят, конечно же, ни в коем случае, ни в коем разе не покупайте Furious кейсы прямо сейчас, потому что вы просто очень много голды потеряете и будете в жестком минусе. Нифига себе, я трейдер. Ну а теперь все-таки важный совет. Что же все-таки можно купать из Furious коллекции? Смотрите, что мы можем покупать. Сейчас все керамбитки находятся на самом низу. То есть ниже цены уже не может быть. Ну куда уже дешевле 1000 голды стоит керамбит скретч, куда уже дешевле. Поэтому если хотите немножко заработать, покупайте прямо сейчас керамбита как можно больше. Ну а потом со временем вы сможете перепродать гораздо дороже, потому что это крутой удаленный нож, и он будет только расти, дело времени. Вы мне скажете: ну Кент РПК, ну например, Фомас Фьюри неплохой скин. Ребята, доп новый этот скин стоил 1800 голды. А теперь вопрос: сколько должно пройти времени, чтобы этот скин начал обратно стоить 1800 голды? Ну, ребята, ну не меньше полугода, как минимум. Просто поймите такую важную вещь, то что ножи, они всегда будут актуальны, они всегда всем нужны. Но, к примеру, какие-то брелки, какие-то арканы, да никому нахрен не нужны. К примеру, берем, ребят, хэллоуинская коллекция. Вот этот хэллоуинский чарм-пак, но никому нахрен не нужен, уже прошло полгода, он в цене и не вырос. Ну а прямо сейчас мы поговорим, на чем же все-таки можно заработать голду и на чем же можно все-таки сделать целое состояние. Например, АВМ Бумстатрек. Неплохой скин, довольно-таки красивый, но этих скинов со временем все будет больше и больше, поэтому он однозначно будет дешеветь. Я думаю, его цена, ну, примерно 1200-1300 голды, вот такая золотая. Перчатки
Перчатки — это то, что всем надо. Перчатки — это то, что всегда актуально. Это как ножи. Перчатки, ножи, они всегда будут в цене. Все остальные скины будут дешеветь. Очень крутые перчатки, я советую их купить, потому что со временем вы сможете перепродать. Но опять же, цена на эти перчатки должна быть в районе 2К. А теперь мы смотрим на самые дешевые перчатки. Это Steam Rider. Я их себе купил по 1800. Я, конечно, лоханулся, но тем не менее, эти перчатки тоже вырастут в цене, потому что это одни из самых дешевых перчаток. Смотрим дальше. М4А1 Bubble Jump. Что я могу сказать по поводу этого скина? Примерно средняя цена на этот скин будет 600 голды. Поэтому, ребята, прямо сейчас можете смело закупать. Потом, со временем, вы сможете все это продать немножко дороже. Смотрим дальше на следующий аркан. Да, также АВМ Boom точно так же можете сейчас покупать, потому что со временем они однозначно вырастут в цене, если никто не заруинит. Так, ребятки, по поводу легендарок, что я могу сказать? Легендарки очень неплохие, их очень трудно выбить. Мне ни разу из 1000 кейсов не выпал статрек Desert Eagle. Поэтому я скажу только одно: легендарки тоже можно покупать, потому что их, ну, трындец, как тяжело добыть. Посмотрите, легендарок статрек, я имею в виду легендарки статреки, конечно же, всего лишь 52 штуки на рынке, ребят, это очень-очень мало. А Desert Eagle статрек всего лишь 30 штук, это просто что-то нереально. Поэтому эти скины тоже можно покупать. По поводу остальных скинов, ребят, ну я ничего не могу сказать, потому что, скорее всего, их будет очень много, и они будут только дешеветь. Ребята, только что мне в голову пришла гениальная идея, как можно нафармить голду. Прямо сейчас, смотрите, захожу, например, на М60 Ганш и закупаю по 207 голды 10 штук. Это получается, сколько это получается, грубо говоря, 200 голды. Правильно? Правильно. После этого я крафчу, и, к примеру, мне выпадает АВМ Бум. То есть я купил за 200 голды, а могу продать за 2700. Это же просто чертовски выгодно. Блин, ребята, я просто гений, поэтому я, наверное, прямо сейчас закуплю себе 10 пулеметов, скрафчу их и надеюсь, мне выпадет АВМ Бум, и я заработаю на ровном месте 500 голды. Но опять же, я не знаю, как это будет на момент выхода данного видеоролика. В принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Кому нужна бесплатная голда, 50 голды разыграю. Всех жду на моем твиче, ссылка в описании. Всем удачи, всем пока.